Всем привет! Ташкент он очень разный на самом деле. Вот посмотрите, шумная-пришумная улица. Вон там, кстати, виден снег. Вот это мне очень нравится, обратите внимание. Анютины глазки и снег. Вон, видите, машины пошли на эстакаду. Вот очень интересная, характерная четырехэтажка, даже пятиэтажка. А вон там вот многоэтажка. А вот тут мы видим мечеть, хотя она против солнца, но ее видно. Это Новза Масджиде. Улица называется Бюнеткор, то есть, собственно, творец, создатель. Вот там, смотрите, красивое здание видно. Это Кембридж Юниверсити. А вон там, например, на первом этаже туристическое агентство, и тут же написано Умра, то есть это для паломничества в Мекку и Медину. Вот такой очень характерный бульвар. Сегодня суббота, 27 января. Вчера выпал снег, сегодня, как видите, он уже активно тает. Очень тепло, днем будет до плюс 8. Вон он, снег уже еще лежит, но скоро его не будет. Вот городской автобус прошел. Шумная-пришумная улица, но это тоже город, это тоже Ташкент. Такой вот он тоже мне очень нравится. Это между станциями Новза и Милибох. Милибох – это национальный парк, так переводится. В общем, всем привет. Вот оно, яркое солнце. Вон оно, прямо внутри дерева оказалось. Ну, я двигаюсь дальше в сторону центра. Вот по этому бульвару. С деревьев, кстати, сейчас падают снежинки. Ну, даже, скажем, не снежинки, а тающий снег. Небольшие даже ледышки. Очень смешно, когда падают прямо на голову или на руки. Но уже настолько тепло, что можно идти уже расстегнутым. Вчера было гораздо-гораздо холоднее. Всем привет!